Ух ты, это что за прибамбас? Майка будет снимать нас, а потом сделать киношку. Так будет, так и есть будет, да, так и будет так. Да будет так. Что это такое у него? Друзья, мы сейчас находимся в аэропорте Шереметьево. Рядом с нами стоит Пабло, Пашка Воля. Илюш Киреев. Ака Кролик. Ваня Чебанов. Да. Секси бой. И Бобби, а.к.а. Спидо. Бовчак. Ну, кто-нибудь скажет какую-то речь. Вот я скажу. Да, вот подожди, Тамара Семеновна. Она давно мечтала высказаться. Мне на душе, мне накипело просто. За эти полгода она наконец-то свалила от всего своего бардака. Вань, ты не... Ты нормально себя чувствуешь? Смотрите, что я сделал. Это мой рюкзак, я думаю. Это мой чемодан. Вань, ты токсикоз. Кто-то плюнул на него. Ты зря руками-то. Ну, видимо, никто ничего не хочет сказать, кроме Тамары Семеновны. Отвечать будет за пиво. За пиво? Да. Этот человек у нас отвечает за сексуальность. За самбуку. За самбуку. Ванька по подпольной кличке Катька Самбук, да? Вот этот человек у нас отвечает... За плохое настроение. Этот человек у нас отвечает за музыку. Армянскую. Да. Та-на-ни-на. А Илюшка у нас отвечает за то, чтобы все... А, Илюшка за безопасность. Он носит чемоданы нам. Ой.